Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Мне вот приехал такой термос Стэнли с России. Про термос могу сказать, что за несколько раз брал его на рыбалку. Температуру он свою заявленную 24 часа держит. Это и вечером чай залил. Кипяток еще идет. Как написано, 24 часа, так он и держит, даже, я думаю, еще может больше держать. Компания прислала мне на проверку этот термос. Но я вам скажу, что он легкий, фирма эта дико популярная и очень хорошая. Так что, кто если хочет, может зайти на их сайт, ссылка будет внизу в описании под этим видео. Если введете промокод Демида, получите еще 15% скидку. Термос доставляют по всей России. Также его могут и отправить в Латвию и в другие страны. Вот. Термос реально рекомендую, он легкий. А, даже до сих пор кипяток еще. Он легкий. Чистая сталь, ну не знаю, что там. Ну, не колба, как раньше были стеклянные, когда на рыбалку приходишь, на лед выйдешь, особенно разовьешь его, и все, весь день без термоса, без чая горячего. Вот я уже его падал у меня пару раз, но держится, даже вот на кружке намятина есть, упал у меня разочек уже. На сайте Стэнли также есть много разной продукции именно вот этой фирмы. Фляжки, стаканы, всякое такое. Ну, зайдете, посмотрите. Думаю, если не знаете, что подарить на 23 февраля или на Старый Новый год, можете спокойно заходить, смотреть и выбирать. Думаю, подарок это будет более чем достойный. Витя, будешь чай? Да. Повторюсь, ссылка под на этот товар, на ихнюю всю продукцию, будет в описании под видео. Также, если вы укажете промокод, получите еще скидку. Так что переходите, смотрите и выбирайте. Сейчас Витя чай допьет, пойдем дальше ловить. Ну ладно, всем пока.